сегодня эта картина может называться киноучебником 90-х годов. Оружие на пол, руки за голову, всем лежать, морды в пол! Он приехал и нашел брата, а брат бандит. Вот и организовалась жизнь. Все на самом деле просто. Ты, Степан, не бойся. Мы тебя не тронем. Ты только сиди тихо и не дергайся. Мои личные отношения с Данилой Багровым, это на самом деле это вот на уровне перестрелки. То есть я думаю, что он убил бы меня. Сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильней стал? Нет. Кондовый брутальный плакат такой. Без имени, без лица, без всего. ...1997 год. Только что завершилась первая чеченская кампания. Впереди дефолт 98-го, спецоперации и теракты. Человек был на войне, понимаете? Что человек может делать после войны? Он либо бандитом становится. Человек умеет только воевать, и все. Когда пацанов берут совсем, мальчишек, они школу заканчивают и идут людей убивать. И 2 года этим занимаются. Потом они приходят, они никому не нужны. Что они будут делать? Они либо бандитами становятся, вот, либо вот такими-такими-то людьми за справедливость, которые борются с бандитами. Разоряются крупные заводы и фабрики. В стране безработица, тотальные задержки зарплат. Многие живут за чертой бедности. Растет число криминальных группировок. Бандитов 90-х в народе окрестили братками. Время такое было смутное очень, понимаете? Рушились вообще идеалы. Люди не понимали, кто они. Их кидали банки, их кидало правительство. И они никому не были нужны. Наши дети, которые рождались, тоже никому были не нужны. Поэтому мы все выбирали сами. Вот про это фильм, о том, как люди, брошенные вообще социумом, выбираются сами в ситуации. Почему брат вступился за брата? Потому что, ну а кто еще? В середине 90-х государство перестало финансировать кино. В новых рыночных условиях появилось огромное количество студий и копий. Снимали картины низкого качества и разорялись. Снимать кино стало невыгодно. В 1994-м фильм «Замок» режиссера Алексея Балабанова завоевал несколько призов на престижных кинофестивалях. Одна из наград – финансирование нового фильма. Он предлагает сценарий будущего фильма под названием «Прородов людей». Он тогда назывался «Ехать никак нельзя». А ему говорят: «О, это порнография, мы тебе на это денег не дадим». Он говорит: «Ну и черт с вами, сам заработаю». И сочиняет историю брата, познакомившись уже с Сергеем Бодровым. Впоследствии Балабанов все-таки снимет фильм под названием «Прородов и людей». Действие картины раскручивалось вокруг изготовления порнографических карточек. А среди героев фигурировала слепая дама, садомазохист и сиамские близнецы. На первый раз я тебе не сильно докажу. Картина получила общенациональную кинематографическую премию «Ника». А в 97-м «Брат» стал полной неожиданностью. Такого кино от Балабанова, начинавшего с эстетских экранизаций европейских классиков, никто не ожидал. Я не знаю, зачем Балабанов это сделал. Я думаю, что, в принципе, вот это можно сделать вот только от отчаяния. Вот снимать такое социальное кино, насколько я помню, для него это считалось, в общем, унизительным занятием. Поэтому там такая задача стояла – снять современное кино о современной жизни, о современных нравах, да, само по себе нелицеприятное, в общем, зрелище. По профессии. Был школьным учителем, пляжным спасателем и даже журналистом. В кино он попал совершенно случайно. Бодров-старший не мог отыскать партнера Олегу Меньшикову в «Кавказском пленнике» и попробовал сына непрофессионала. Так, конечно, долго можем сидеть молчать. Чего? Слушай, ты запомни раз и навсегда, когда я вот так вот сижу и думаю, меня чтоб не трогал, понял? Опять забыл, тебя как зовут-то? Жиля. Ваня. Херово тебе, Вань, будет на цепи со мной сидеть.
В роли новобранца Вани Жилина, попавшего на Кавказ, Бодров-младший поставил жюри фестиваля в тупик. Судьи не могли решить, кому отдать приз за лучшую мужскую роль – знаменитому Олегу Меньшикову или непрофессионалу Бодрову. В итоге награду разделили. Прибыв на фестиваль фактически никем, из Сочи Бодров-младший уезжал победителем. Как-то мы сидели на пляже, в кафе. Не помню, что-то пили, сидели, разговаривали просто. Я ему говорю, давай снимем кино. Ну, бесплатно, говорю, просто так. Вот, говорю, можно такое вот кино снять, вот герой главный, вот, после армии вернулся, ну, вот, как-то что-то ему рассказал. Сценария никого не было, ничего не было. Он говорит, ну, давай. И все сошлось, желание, время, ситуация подтолкнула. И в этой истории под названием «Брат» он уделил мне фильм «Место старшего брата». Витя Сухорукова, Сережа Бодрова, как-то мы вот в одной точке сошлись с очень какой-то хорошей энергией. Со Светланой Письмиченко и Виктором Сухоруковым Алексей Балабанов уже был знаком. Они снимались вместе в его картине «Кавки». Когда встал вопрос о новой работе, актеры, не задумываясь, согласились. Когда он предложил мне участие в этой картине, я даже и не знал, что это за история и что это за сценарий. Я знал, с кем я имею дело. Я имею дело с талантливейшим режиссером Алексеем Балабановым, которого мне Бог послал. Леша сказал, что он пишет сценарий, хочет, чтобы я в этом сценарии участвовала. Как бы героиня у него была определена. Ее тоже зовут Света по фильму. Света! Давай, стреляй! Всех убей, ну! Ты ж у нас крутой! Чего тебе стоит человека убить? Центральные телеканалы финансировать брата отказались, сославшись на неполиткорректность замысла. Перед продюсером Сергеем Сельяновым и режиссером Алексеем Балабановым стояла практически невыполнимая задача. Бюджет был меньше 100 тысяч долларов. Вы не найдете фильм полнометражный, игровой, который стоит столько денег. Был такой период, когда те, кто чего-то хотел, должны были снимать это за 2 копейки, как говорят в народе, то есть очень дешево. Либо ты снимаешь так, либо ты никак не снимаешь. Нужно было снять не просто дешевый фильм, но и найти тех, кто согласится играть за бесплатно. Погоди. Денег на картине не было. И Леша сказал, ребята, мы снимаемся пока бесплатно. Мы сказали, конечно, конечно. И, собственно говоря, вот знакомых я набрал, все бездельничали, работы никакой не было. И за какие-то копейки, в общем, мы быстро, очень быстро, сняли фильм. Экономить приходилось на всем, даже на одежде. Художник Надежда Васильева предложила актерам сниматься в своем. Причем Надя, которая сказала, несите вещи, какие есть у всех. Вот я снималась в своей рубашке в байковой. По-моему, Сережа тоже снимался в своих куртках. Недостающие костюмы нашлись в секонд-хенде. В середине 90-х на всем пространстве бывшего Советского Союза появляются магазины подержанной одежды из стран развитого капитализма. Жест доброй воли европейцев и американцев – бесплатная гуманитарная помощь. В России это превращается в бизнес. Ношеную одежду по бросовым ценам продают по всей стране. Модно и недорого. Плеер такой реальный. Одет как абсос. Именно в секонд-хенде художник Надежда Васильева купила за 35 рублей знаменитый свитер крупной вязки для главного героя. Правда, режиссер решил, что в свитере герой смотрится слишком брутально. Наряд разбавили, и поверх свитера появилась полиэтиленовая ветровка. После выхода фильма на экран одеяние Данилы Багрова, бушлат и свитер стала носить вся страна. Вот этот вот абсолютно невзрачный парень, с которым кто угодно может себя ассоциировать, то есть у него лицо и не особо умное, и вовсе некрасивое. И я бы сказал, что даже, в общем-то, и невыразительное, такое совершенно проходное лицо. Вот, лицо из толпы. И для этой роли, для этого фильма, как раз, я думаю, это было очень, очень подходящее лицо. Питер. В целях экономии брата снимали на собственных квартирах и дачах. Деньги тратились Москва, только на съемочную технику и пленку, которой все равно не хватало. Снимали мы не больше 2-3 дубля, это уже был роскошь, и Леша кричал, все, я всех убью, играйте, работайте. Чтобы делать меньше дублей, приходилось подолгу репетировать. При этом режиссер добивался в кадре естественности. Алексей Балабанов не педагог актерского мастерства, он терпеть не может театр, игру актеров ненавидит. Ему нужна органика, природа, естество, типаж. Но вместе с этим он ставит задачу. И если я выполняю эту задачу
чего-то делаю не так, он мне говорит, ну что ты мне тут, давай проще, туда-сюда, ну успокойся, ну что ты мне тут играешь? Ты обещал. Я слово свое держу. А ты скажи своим, кто брата тронет, завалю. Иди. Это он тебя сдал. Знаю. Ну что ты? Бывали у меня моменты, когда он мне дает задачу, а я не понимаю. И тогда я ему говорю, сейчас я тебе покажу варианты, а ты выбирай. И я начинаю ему показывать варианты вплоть до нюансов. Да? Я показываю, например. Да? Да? Да. Четвертый вариант. И вот показываю варианты, он говорит, о, вот это мне и надо. Все, вот на ощупь, ползком. Светлана Письмиченко над ролью работала прямо в трамвае. Обучала ее колоритная вагоновожатая со стажем. Довольно был тоже страшный эпизод, когда мы там с ней изучали устройство передач трамвая. Гримерша наша замечательная подошла посмотреть, как я выгляжу. А в этот момент я нажала на ту самую педаль, на которую нажимать было нельзя. И трамвайчик покатился. И гример, в общем, как-то попятилась. Но, слава богу, все закончилось хорошо. В погоне за естественностью не обошлось без несчастных случаев. В эпизоде выяснения отношений между Данилой и мужем трамвайщицы пострадал актер. Пужом пробили мужу ногу в одном интересном месте. Класс. Был последний дубль, он был очень хороший, самый классный. Когда что-то там случилось с этим самым пыжом, и он попал туда, куда по назначению. В общем, когда сказали «стоп», артист кричал «водки!». Поиски героя нового времени начались еще в советском кино образца 80-х. Однако и «Африка Бананан» из «Асса» Сергея Соловьева, и «Цой» из «Иглы» Рашида Нугманова были скорее мучениками. То, что их роднило, скорее то, что мне и в фильме «Брат», и в «Даниле» нравится. То есть это искреннее желание быть в жизни честным, это бескомпромиссность, и в результате это одиночество. Все они одиночки, то есть среда жлобская, тупая, какая-то там совковая, вот, или русско-буржуазная. В общем-то, она их вытесняет, она их не принимает. Отсюда конфликты с законом, мафией, кавказцами. Даже с собственным братом. В Даниле не было ничего от расстрельных времен первоначального накопления капитала, а был серый свитер, джинсы, пальто и плеер с советским роком. В 90-е именно Багров продолжил экранное дело «Бананан». Тот любил Ялту, чужую девушку и песни про старика Козлодоева. Багров любил родину, своего брата и музыку Вячеслава Бутусова. Когда Алексей писал сценарий, он изначально прописал вот этот саундтрек, так называемый, который, в общем-то, раньше назывался, по-моему, просто «Музыка к фильму», да? Он прописал просто вот по эпизодам, какую бы музыку он, какого типа музыку или песню он хотел бы слышать вот в процессе. У него так это все параллельно было расписано. И он точно уже знал, где какую песню. Саундтрек к фильму был целиком написан и исполнен группой «Наутилус Помпилиус» и Вячеславом Бутусовым. Еще в далекие 80-е Бутусов превратился в рок-идола и кумира миллионов поклонников. Слава Бутусов, друг мой, еще по Свердловску очень много лет, поэтому легко было попросить у него музыку и попросить его поучаствовать. С Алексеем мы давным-давно были знакомы, и мы еще помогали друг другу, в общем, и он нам, и мы ему. Мы как-то так одной компанией жили, музыканты, киношники, там художники, это все так как-то, знаете, варилось в одном. Через
десятилетия. Сперва он снимал своих друзей-музыкантов в короткометражках. В «Братья эту любовь» он вложил в главного героя, который весь фильм покупает и слушает альбомы Наутилуса. А это отчет за 10 лет. И даже случайно попадает на домашнюю вечеринку с участием питерских музыкантов Чижа, Насти Полевой и Вячеслава Бутусова. На, лечись. А можно я тут посижу чуть-чуть? Садись, садись. Режиссеру удалось воплотить восприятие мира поколением меломанов рубежа веков. Фильм похож на большой клип. Впервые в истории российского кино музыка стала не просто фоном, а неотъемлемой частью сюжета. В середине 90-х стадион «Лужники» и Дом культуры Горбунова были культовыми местами. Сюда ехали со всей страны, чтобы услышать легенды русского рока – Алису, ДДТ, Наутилус. Музыканты говорили такое, что нельзя было услышать с трибун и телеэкранов. Встреча москвичи в этом музее. Москвичи настоящие, они приезжают с всех стен и смотрят со страхом и ужасом, как бьется вся Россия за бабло на этих улицах, в этих ресторанах, в этих Атмосфера была, не знаю, но мне казалось, например, что когда я иду на какой-то рок-концерт, ну, та же Алиса, Бутусов, ДДТ, это что-то такое немножко не всем дозволенное такое, вот что-то оно чуть-чуть запретное. Не совсем, уже разрешили, но еще не совсем. Того, они представляли, что такое братство какое-то, да, и мне казалось, что они говорят правду и говорят те вещи, о которых я в тот момент думал, или думали мои друзья, как бы все, и, ну, что-то в этом есть такое искреннее. Когда отсняли почти всю картину, остался только эпизод с дискотекой на концерте Бутусова. Съемки вели со сцены, где играли музыканты, а Светлана Письмиченко и Сергей Бодров находились в толпе фанатов. Актеры попали в тесное кольцо людей, возбужденных сигаретами, таблетками и алкоголем. Светлане этот эпизод запомнился на всю жизнь. Потому что мы там чуть не мне не дали дуба, что называется. Потому что, в общем, народ завелся, и нас так прилепили тесно друг к другу. Сережа вот так вот пространство какое-то постарался отгородить. Леша со сцены показывал, что все классно. И операторская группа закончила, и они ушли. А мы остались в этой толпе. Я говорю, Сережа, что будем делать? Потому что выбраться оттуда невозможно. Короче говоря, парень, он был могучий такой. В общем, он как-то выбрался на сцену, и меня вот так вот за руки просто оттуда выдернул, как пробку. И потом мы сидели, у него тряслись руки, потому что это было страшно. Мне такое было ощущение, что мне сломали там ребро. После фильма «Брат» к актрисе Светлане Письмиченко пришел настоящий успех. От поклонников, ждущих поговорить о жизни, не было прохода. Закончился фильм, и ко мне подошел какой-то такой простой мужчина и сказал: «Ну что ж ты брата-то бросила? Что ж ты с ним не пошла? Давай, стреляй! Всех убей, ну!» В основном, конечно, Светлану останавливали молодые ребята, отслужившие в горящих точках. Рассказывали о жизни. Большинство смотрели «Брата» не по одному разу. Как-то актриса просидела 2 часа на скамейке с парнем, вернувшимся из Чечни. Он посмотрел фильм «Брат» 28 раз. Когда я посмотрела первый раз на себя, ну, на свою работу, я была в шоке. Я ничего не поняла, что я там натворила. Но время показывает, что что-то правильно сложилось. А вот звезда Виктора Сухорукова в «Брате» еще не взошла. Потому как роль небольшая, она даже была обслуживающей. Я обслуживал сюжет. Тогда Сережу разглядели, Сережу полюбились. Вокруг Сережи... Он стал единственным героем этого поколения. То есть вот если посмотреть вокруг и попробовать себе представить, а кто еще... Кто еще был героем поколения молодежи второй половины 90-х годов? Ну вот сейчас вот можно сказать, там, скажем, Ксения Собчак, да? А вторая половина 90-х годов вот был Сергей Бодров, и больше нет вообще никого. После показа картины имя Данила стало одним из самых популярных в России. Был точный аналог Сергея Бодрова-младшего в Америке. Это такой актер Джеймс Дин.
Это был популярнейший американский актер такого культового молодежного кино середины 50-х годов. Точно так же, как Сергей Бодров-младший, он погиб в расцвете славы. Он, правда, разбился на своем автомобиле на Порше. Джеймс Дин – культовый американский актер. Снялся в главных ролях всего в трех фильмах, выразив одиночество, ранимость и бунтарские настроения молодежи. Его популярность среди юных актеров была такова, что режиссер последнего фильма с Джеймсом Дином получал письма с угрозами убийства, если вырежет из картины хоть один кадр с участием актера. Парень с абсолютно усредненной внешностью. То есть он и некрасивый, и неуродливый, и вот ничего такого о нем не скажешь. То есть вот очень сложно составить фоторобот, что Джеймс Дина, что Сергея Бодрова-младшего. Сразу после выхода на экраны фильм разошелся на цитаты. Многие из них прочно вошли в нашу жизнь. Сила в правде. Ну да, в общем, фраза достаточно глупая, но почему-то понравилась. То ли он ее сказал так хорошо. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Сейчас бы я такую фразу не написал. За некоторые выражения создатели фильма обвинили в пропаганде национализма. Я считаю, что это очень мрачный, в высшей степени пессимистический взгляд на нашу жизнь. Я не исключаю того, что Балабанов в этом смысле прав. Но мне очень страшно от того, что многие люди решат, что именно так и надо делать. На Балабанова ополчились не только критики, но и коллеги. Меня Герман в антисемитизме обвинил. Как звать-то? Гофман. Еврей, что? Немец. А то евреев как-то не очень. Из-за чего Герман решил, что эта фраза принадлежит мне, а не герою, и объявил меня, перестал со мной здороваться. Особенно возмутил эпизод, в котором Данила пресекает попытку кавказцев проехать без билетов. Заплати штраф. Брат, не убивай, брат. Деньги возьми, все возьми. Слышь, не убивай, брат. Вот. Не брат, гнида черножопая. Балабанов, опять же, тут поступил как художник, честно, как гражданин, довольно безответственно. Потому что точно так же, как у массы народу молодого, я уверен, зачесались руки и захотелось также пострелять по движущимся мишеням, точно так же эти миллионы молодых людей утвердились в своей вот этой животной нелюбви к каким-то инородцам, к длинноносам, к черномазам и так далее. Но все это означало только одно. Фильму удалось стать событием. Успех пришел от видеопроката. 5 июня 1997 года фильм вышел на видео, и с этого момента он стал народным. Когда он вышел в кинотеатрах, он еще не стал таковым. Мало людей, мало кинотеатров, очень мало зрителей. А на видео, на ВХС, все лето он продавался в огромных количествах. В 1997 году «Брат» стал главным национальным проектом в кинематографе. Динамичность и нетрадиционность сюжета о добром убийце-карателе, мощный саундтрек и, конечно, своеобразие Бодрова-младшего – все это обеспечило невероятный успех. «Брат» – особый фильм, потому что там люди увидели, что можно жить с достоинством. Это очень важно для нашего народа, у которого достоинство всегда отнималось, ну и сейчас, в общем, отнимается. А тот друг Балабанов и Бодров показали им, что это можно, ни у кого ничего не просить. Это, оказывается, можно. Это можно не сгибаться ни под какими обстоятельствами. Это можно взять на себя груз других людей и нести его за них и вместе с ними. Поэтому этот фильм стал таким любимым.
В итоге картина завоевала призы 6 престижных кинофестивалей и стала абсолютным рекордсменом по популярности среди отечественных фильмов тех лет. «Брат» был приобретен для проката более чем 20 странами. Но проходит время, и они почувствовали, что общество, поглядевшее фильм «Брат», словно выдохнуло им требования. «Дай продолжение!» И они его дали под названием «Два». Большие города, пустые поезда, не берега... 2000 год. Бандиты в малиновых пиджаках превратились в персонажей анекдотов. Имущественные споры стали решать люди в масках, врывающиеся в офисы банков, холдингов и телекомпаний. В это время на экраны выходит фильм «Брат 2». Продолжение ждали с большим опасением. Не секрет, что вторые и третьи серии известных картин часто не дотягивают до первых и проваливаются. Интрига усугублялась тем, что до выхода фильма на экран практически ничего не было известно о сюжете продолжения. Режиссеру Алексею Балабанову и продюсеру Сергею Сельянову удалось невозможное. Видеопираты не смогли заполучить «Брат 2» раньше выхода фильма в широкий прокат. По голливудской технологии Балабанов планировал снять трилогию, однако почти сразу от этой идеи отказался. Я сразу придумал снять «Три брата». Я Селенову сказал, что давай, говорю, снимем «Брата», потом он уедет в Москву, мы снимем второй в Москве, а потом он уедет в Америку, и снимем третий в Америке. Придумал так абстрактно. А потом, когда уже сел сценарий писать, понял, что будет скучно. Фильм целый в Москве как-то так. И решил объединить второй и третий. Это было уже другое кино с приличным бюджетом. «Брат 2» превосходил первого «Брата» в 10 раз. Создатели смогли позволить себе снимать и в Москве, и в Чикаго. И задействовать российских звезд эстрады и телевидения. Гонорар, какой я попросила, такой и был. То есть для того времени это было... Ну, я думаю, что хорошим актерам платили именно так, известным. Я была известна... Я была суперпопулярной певицей. О том, что будет второй «Брат», стало ясно еще во время съемок первой картины. Через какое-то время как-то стало ясно, что надо снять «Брат 2» именно в Америке, в самом, в месте силы таком, да, в самом. Самом главном на земле. И чтобы наш Данила там показал свой характер, свою натуру. Однако было ясно, что фильм не должен быть похож на первый. Когда Сергей Бодров... С запуском картины «Брат 2». Поздравляю тебя, Витюша, это твой фильм. Что он тогда имел в виду, я не знал. Теперь понятно. Очень приятно. «Брат 2» и сделал меня популярным. Нет, Киркоров мне не нравится. «Брат» заканчивается классическим для героя русской словесности путешествием из Петербурга в Москву. В «Брате 2» Данилов вполне освоился в столице. Завязка фильма повторяется с точностью до наоборот. Теперь к Даниле едет брат. Брат. В эти дни обстановка в столице была напряженной. Милиция проверяла каждую вторую машину, искали террористов. За отсутствие штампа о прописке из города высылали без разговоров, а у половины питерской группы даже паспортов с собой не было. При этом съемочная группа перемещалась по городу с тяжелыми спортивными сумками. Под сиденьем перевозили мосфильмовский автомат с глушителем и другое оружие для съемок. Так в столице снималось кино о родине. И теперь отечественный производитель. Ручной пулемет Дегтярева. Считай, в масле. 4 ППШ. Машина тяжелая, но надежная, убойная. Тульский Токарев, он же ТТ. Сегодня один. Извини, очень быстро разбираю. В фильме в роли самих себя снялись звезды отечественного шоу.
30-х годах это была бандитская столица штатов. Гангстерские войны связаны с именами Аль Капоне, Диллинджера, Голланда, Шульца. Так как кино про бандитов, я решил поехать сразу в Чикаго, потому что у людей известных всех наших понятие с бандитами связано в Америке, связано с Чикаго. Сегодня Чикаго многонациональный город. Украинская община вторая по численности, около 100 тысяч человек. Я узнал, что есть такая украинская деревня в Чикаго, огромная, больше Брайтона. Там живут украинцы традиционно. В украинской деревне съемочная группа познакомилась с иммигрантами, которые по внешнему виду походили на бандитов. Правда, мужчины утверждали, что занимаются строительным бизнесом. Слышь, земляк, а где здесь русские живут? Москальвинин земляк. Бендеровец? Чего? Ну ладно, парни, пока. Настоящие такие парни-бандиты местные. Им ничего там специально не делали, все было настоящее. Я их не заставлял ничего делать, они сами себе играли. Чего им было там особенно? Они слова выучили и все. Украинцы помогли найти для съемок хорошую натуру, самые криминальные места Чикаго, и сыграли самих себя. К русским киношникам так называемые бандиты прониклись особой симпатией. И Паша, который играл главного вот этого хохла, лидер вот этой группировки, он действительно подарил перстень, по-моему, с бриллиантом Алексею, часы швейцарские Сергею Бодрову, а мне он подарил, да, золотой крест, но я его не взял, побоялся таможню. И поэтому крест так и остался в Америке. У меня был очень хороший ассистент Брюс Террис. Добро пожаловать. Замечательный просто, у нас таких нету. С ним было очень легко. Ты ему говоришь, что надо, и он все организовывал. Не сам бегаешь, все делаешь. А вот именно специальные там люди. Немножко там другой уровень производства. Однако некоторые вещи были не под силу даже расторопным американцам. В фильме есть эпизод, когда Данила стреляет из самопала, заряженного опилками. Такие самопалы в детстве делал почти каждый русский мальчишка. Но американцы, обеспечивающие съемки, только развели руками. Какая бы эта киноимперия Америка ни была, а обыкновенный пугач, из которого он стреляет, отнимая оружие, ну, вот как у нас во всех дворах пацаны делают пистолет такой из деревяшки, из трубочки. Они этого сделать не могли. Это соорудил потом во время съемок оператор-постановщик, великий оператор Сергей Астахов. Эпизод в баре для афроамериканцев снимали при участии местных жителей. По сценарию Данила заходит в этот бар и спрашивает белую русскую проститутку. Черные должны высказать неистовое возмущение, что белый посмел явиться в их заведение. Чтобы все выглядело по-настоящему, Балабанов попросил черных выругаться на белого максимально откровенно. Просьба вызвала взрыв восторга, и они кричали неистовые по их меркам ругательства на белого «снежинка» и «белая обезьяна». После окончания съемок все 40 человек попросили у Бодрова автограф. Снежок, пошли. Ты куда, мать твою? Стой, пока я тебе не сказал, понял? Ты просто кусок говна. У тебя деньги есть? Туда не смотри, сука, в глаза мне смотри. В отличие от первого фильма, где были исключительно песни Наутилуса, диапазон групп расширился до 14 музыкальных коллективов. При том, что саундтрек из «Брата 2» имел большой успех, я лично считаю, что это очень неудачный саундтрек. Для меня он был категорически неинтересен. Предполагалось, что в создании саундтрека к фильму «Брат 2» будет участвовать группа ДДТ. Но в последний момент лидер группы Юрий Шевчук отказался, посчитав фильм националистическим и излишне коммерческим. Русский рок вот в том виде, как он звучит в фильме «Брат» и «Брат 2», в общем-то, это уже ностальгическая музыка, это ностальгический саундтрек. В то время, во второй половине 90-х годов, вся эта музыка, и Цой, который уже умер к тому времени, уже почти 10 лет как, и Шевчук, и Кинчев, и Наутилус Помпилиус, все уже были люди вчерашнего дня. Естественно, там были, по-моему, введены в саундтрек какие-то современные, актуальные для того времени исполнители, там, скажем, Би-2, по-моему,
Чичерина, там вот еще кто-то из этих. Но это уже группа иного масштаба, это уже более мелкие артисты. Впервые в России специально к премьере был выпущен компакт-диск с саундтреком фильма. Здесь были самые ударные композиции культовых исполнителей. Тираж диска оказался сравним с тиражами сольных альбомов звездных команд и исполнителей, и даже превзошел их. Лобанов выбрал «Брат 2» песни роковых исполнителей, но хорошие песни. Рок поют такой, что можно с ума сойти от также плохих мелодий, от плохого вокала. Во втором «Брате» тоже не обошлось без секонд-хенда. Ой, одну историю расскажу. Никому не рассказывал. И вот заканчиваем мы съемки, и целый автобус одежды секонд-хенда, которые одевали и массовку, и персонажей, и так далее. И когда съемки закончились, меня пригласили костюмеры с американской стороны и говорят: выбирай, чего хочешь. И я выбрал, помню, одну рубашку из этого барахла и штаны. До сих пор живы. После окончания съемок «Брата 2» Виктору Сухорукову досталось и знаменитое пальто болотного цвета, в котором Данила Багров убегает в аэропорт с русской проституткой Мэрилин. Фирма, которая нас одевала, они подарили эту шляпу и пальто Сергею Бодрову. И он втихаря, мы были одни в комнате, он вдруг швыряет мне пакет и говорит: забирай мое пальто и шляпу. И вот это ты что, офонарел, говорю. Меня, говорит, тут потом смешают с дерьмом. Скажут: нифига себе, Бодровское пальто забрал. Он говорит: это мое пальто. Это мне подарили шляпу. Но это не мой стиль, Сухоруков. Это не мой фасон. Я этого носить не буду. Забирай. И я забрал, как клуша. То ли от жадности, то ли от зависти, то ли от восторга. Я забрал это пальто и шляпу. И это бодровское одеяние висит у меня в шкафу. Неоднократно одевал. Я в нем прекрасен, но одеваю редко. Стесняюсь. По сценарию Данила возвращается, а брат Виктор остается в Америке, как и миллионы бывших советских граждан, отправившихся в Штаты в поисках американской мечты. Когда все уезжали, чуть даже пораньше, волна в конце 80-х началась. Когда все ломанулись хоть куда, хоть в Израиль, в Америку. Европу как куда мог уехать, тот туда и уехал. Что ты приперся сюда? Так, людей посмотреть. Посмотреть? Я вашего брата хорошо знаю, давно езжу. Сначала у знакомых, потом посуду мыть или грузчиком в магазине. Квартирку снимешь и приехай. А там, куда кривая американской мечты выведет. Зря вы так. Я родину люблю. Из второго «Брата», на которого еще до выхода на экран приклеили ярлык коммерческого, Алексей Балабанов снова сделал народное кино. Да вот это была незабываемая премьера фильма «Брат 2» в Пушкинском в том же. Вот это было, конечно, что-то, чего я наверняка уже в своей жизни не увижу, потому что зал ревел. Так, там тысячи человек, но такое ощущение, что 100-тысячные стадионы так не ревут. На реплики, на фразы, на музыку, на героев. Вы мне за Севастополь ответите. Это там чуть стены не рухнули просто этого пушкинского. И снова некоторые критики навесили второму брату ярлык шовинистического националистического фильма. Говорили, что он антиамериканский, антинегритянский и вообще пропагандирует фашизм. Но простым зрителям фильм понравился. Фильм, он такой противоречивый. Там особо никаких таких выводов конкретных, что хорошо, что плохо, не дается. Там как бы говорят, что, ну как, фигурально выражаясь, добро может быть с кулаками. Это как бы вот настолько сильный фильм, хотя просто у меня вот, например, он есть и будет, наверное, всегда. 10 лет спустя на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге показывают «Брата». Снова полный зал, на сцене актеры и создатели фильма. Нет только главного героя. До сих пор не могу ставить свечи за упокой, потому что мне кажется, что они вот... Мы когда с Витей встретились на Невском, я, ну, как раз это все случилось,
Я была в шоке, потому что там погибло очень много людей близких, ленфильмовских, и девочек, и ребят, и все. И я плакала, и навстречу прямо на Невском попался Витя. И он говорит, он тоже эту ситуацию пережил, потому что они были очень близки. Сережа, насколько мне известно. Он сказал, ты знаешь, ну вот это та самая экспедиция, которая ушла туда и там осталась. Вот они где-то там. Спустя 2 года после выхода на экраны второго «Брата» Сергей Бодров-младший погиб вместе с киноэкспедицией на Кавказе. Там, где выжил его герой Ваня Жилин из «Кавказского пленника», откуда вернулся брат Данила Багров, в Кармадонском ущелье в Северной Осетии Сергей Бодров работал над фильмом «Связной». В результате схода ледника погибла почти вся съемочная группа. Там ребята же мои были. Он мою группу практически все взял. Мой первый ассистент и монтажер, и его первый ассистент и монтажер. Володя Карташов, мой художник и его художник. Они такие близкие люди, они погибли. Это который на «Брате» работал. Сергей Бодров-младший числится в списке 108 без вести пропавших. Его останки до сих пор не найдены. За короткое время он успел сыграть несколько незабываемых ролей, поработать в телепрограмме «Взгляд» на правах соведущего, а потом на пике популярности уйти с телеэкрана и снять собственный фильм «Сестры». Молодец, малый. Как ружье-то? Да так себе. Понял, чурка. Ну что, телохранитель пойдешь ко мне? Пойду. Ну, забили. Смерть Сергея Бодрова стала национальной трагедией. Москва. Те, кто с ним работал и дружил, стараются говорить без лишних сантиментов. Вот каким он парнем был. Да был. Замечательный молодой человек, умница, интеллигент, воспитанный, грамотный, талантливый. И если бы, а вот это «бы» нам мешает, все время мешает, есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я.